Представитель Югры в Совете Федерации Юрий Важенин подал сегодня документы на предварительное голосование партии «Единая Россия». Заявления от кандидатов принимают до 29 апреля, а праймериз состоится с 24 по 30 мая в электронном формате. Чтобы участвовать, избирателю необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. Офлайн можно будет проголосовать в последний день на избирательном участке. Праймериз будет рейтинговым, то есть избиратели смогут отметить в бюллетене не одну фамилию, а несколько или даже все. Итоги подведут 1 июня. Победители станут кандидатами от партии на выборах в сентябре. К слову, документы на участие уже подал лидер югорских единороссов и председатель окружной думы Борис Хохряков, депутат Госдумы Павел Завальный, глава фракции в региональном парламенте Наталья Западнова. Я думаю, если человек решил идти на выборы, то замахнулся бей, так меня учили, по крайней мере. Да? То есть, если решил идти на выборы, значит, иди, борись. Доказывай, что ты лучше, доказывай, что от тебя будет больше пользы. Побеждай на выборах, только и всего. Это один, единственный принцип, которого надо придерживаться.